L-тирозин. L-тирозин у нас пишется вот так вот. Тирозин. L на английском L-тирозин. Здесь у нас буква Z. L-тирозин – это заменимая аминокислота. Что такое заменимая? То есть она вырабатывается нашим организмом. Что она делает, эта кислота, когда она в достатке вырабатывается нашим организмом? Она регулирует наш аппетит. Она нормализует работу гипофиза, нормализует работу щитовидной железы, нормализует работу одних из самых, я бы сказала, важных желез эндокринной системы, это надпочечников. Она синтезирует меланин. Меланин отвечает за пигментацию волос и кожи. Друзья мои, никогда не путайте мелатонин с меланином. Меланин с мелатонином. Это совершенно две разные вещи. Мелатонин – это совсем другой гормон, прекрасный гормон. Но сейчас мы будем говорить, я упомянула меланин. Ну и, конечно же, L-тирозин играет очень большую роль в нашем липидном обмене. Что такое липидный обмен? Это синтез жиров, кетонов, холестерина, который происходит в печени. Поэтому, когда человек пьет таблетку только от щитовидной железы, поэтому, когда ортодоксальная, то есть традиционная медицина рассматривает орган как больной орган и дает именно лекарство от этого органа, он не лечит этот орган, он наоборот понижает функцию этого органа для того, чтобы этот орган уже перестал работать, и какая-то искусственная субстанция химической воспроизводной начала бы действовать на наш организм.